добрый день. 950-я сборка. Хороший мощный игровой системный блок. В корпусе закаленного стекла спереди и сбоку. Сверху есть два разъема USB 2.0, два разъема USB 3.0. Три вентилятора спереди с RGB подсветкой, один вентилятор сзади. Процессор у нас Ryzen 7 2700, 8 ядер, 16 потоков. Две планки памяти по 8 гигабайт DDR4. Видеокарта GeForce GTX 1060 на 6 гигабайт MC Armor. SSD накопитель на 240 VD Green в формате M2 SATA. Блок питания 650 Вт Thermal Take. Кулер Deepcool Gamax 400 Blue Basic на 4 тепловых трубках. Довольно-таки тихий системный блок. Плата у нас на B450 чипсете. Asus B450MK. Ну, естественно, будет тянуть абсолютно все игры. Стекло не будет притягивать в себе пыль. Очень компактный системный блок. Ну, вот такая вот интересная получилась сборка.